Здравствуйте! Рада видеть вас на своем канале и в сегодняшнем видео я хотела бы похвастаться вам своими покупочками, совершенными в совершенно разных магазинах. И давайте же начнем с моей первой покупки. Это вот такой вот замечательный букет. Радость любой вышивальщицы. Букет из ниточек Мулине фирмы ДМС. Вот такие замечательные моточки приобрела я по акции в магазине MyBobbin. Если вы знаете, может быть, не знаете, у них была такая акция. При покупке любой канвы от фирмы Цвайгард или равномерки от фирмы Цвайгард можно было купить ниточки Мулине ДМС по цене 29 рублей за моточек. Ну, конечно же, я не смогла устоять. Тем более мне там как раз моточков 100 не хватало до полной палитры. Я выбрала все, что можно. Не часто такое бывает, когда на сайте MyBobbin есть какие-то цвета, да, такие ходовые. Ну, конечно, ходовых цветов там, ходовые цвета были уже раскуплены. Ну, в общем, выбрала я все, что только можно. И, конечно же, чтобы соблюсти это правило, правило этой акции, я купила канву Цвайгард 16 каунта. Если вы смотрели мое видео о новом проекте, вы знаете, что мне не удалось в близлежащих магазинах приобрести такую канву, куда-то она пропала. Ну вот по такой вот акции, по такому случаю я приобрела такую канвушку. Очень нужная и полезная вещь. Она пойдет в тот бедный, несчастный, распотрошенный наборчик, откуда я эту канву выдернула. И на фоне моих замечательных ниточек я покажу вам оставшиеся покупочки. Решила я их так разложить, потому что моя корзиночка создавала дополнительную тень. И так не очень светло, а еще и тень. Итак, следующие мои покупки я сделала в магазине Леонардо. Если вы знаете, 15 апреля в магазине Леонардо был праздник. 15 апреля – это день рождения Леонардо да Винчи. И по этому случаю этот магазин дает дополнительную скидку 15%. Конечно же, я не смогла упустить такой случай, тем более у нас в районе открылся очередной магазин Леонардо, как они его называют, флагманский. Ну, я так бы не сказала, близлежащие Леонардо, все остальные примерно такого же размера, но не суть важно. Открылся еще один магазин, там был праздник, и я поехала туда посмотреть, разведать обстановку. Что же мне удалось приобрести? Как ни странно, в этом магазине удалось мне приобрести еще один отрез канвы 16 каунта. Он был последний. Мне его вот этот вот номер еле-еле нашли, чтобы пробить. Но, как вы понимаете, не могла упустить такой случай. Купить, опять же, канву моего любимого размера и цвета с хорошей скидкой. Вот, так что появилась у меня еще одна канва. Извиняюсь за шум на заднем фоне. Окно открыто, потому что очень и очень душно. Следующая покупочка в магазине — это были вот такие вот прищепочки для пэтчворка. Я их еще не пробовала, ну вот хочу попробовать в ближайшее время. Тоже, конечно же, все по акции было и со скидочками. Купила я вот такую тесьму. Давно я ее искала. Почему-то в магазине Леонардо такая тесьма есть, но с большими такими шариками, которые, ну, крупные очень. А вот такая тесьма, она очень хороша для каких-то пинкипов зимних, да, это такие снежки для оформления всяких работ в зимнем стиле. И решила я заранее себе приобрести эту канву, тем более была, опять же, со скидкой. Я думаю, что она у меня точно не пропадет и не заваляется. Очень она хорошо смотрится в каких-то работах интересных, прикладных. Также я купила тканюшки. Я, конечно, не могу пройти мимо тканей, и в этот раз меня потянуло на желтый цвет. Вот такую тканюшку я приобрела, вот такую. И посмотрите, вот такую замечательную, с такими просто шикарнейшими, с этой стороны лучше видно, пчелами. Вот, посмотрите, какие симпатичные. Я думаю, что я обязательно куда-нибудь эти ткани пристрою. Вы знаете, мне кажется, что в Леонардо в последнее время довольно сильно подешевели цены на ткани. Ну, не сказать, чтобы сильно, но подешевели. Раньше они дороже стоили. Мне кажется, раньше они где-то стоили по 250 рублей. Ну, не буду утверждать, могу ошибиться. Сейчас они где-то стоят 150-160 рублей. Замечу, что все, конечно же, было со скидкой, с дополнительной. И, конечно же, я не смогла пройти мимо вот этого набора.
потому что все равно я эту птицу, да, все равно парную работу к своей лисичке я собиралась вышивать, и подумала, что хорошо сделаю, правильно сделаю, если я куплю этот набор в Леонардо со скидкой. И вы знаете, действительно, я посмотрела потом на чеки, этот набор у меня получился по цене намного дешевле, чем в любом интернет-магазине. Так что вот, видите, какая выгодная покупочка. Такая вот замечательная птица. Ну, все помнят, да, вышивала я лисичку, меняла основу. В этот раз я ее тоже буду менять. Ниточек остается очень много. Ну, в общем, не суть важно. Приобрела я такую птичку. Не знаю, когда я буду отшивать, но, в общем-то, планирую сильно с ней не затягивать, потому что уже очень хочется мне оформить лисичку. У меня, кстати говоря, такое некоторое видение появилось, как я хочу оформить, не в рамочку. Но не буду раскрывать все секреты. Дальше мы с вами все посмотрим, чем там дело закончится. Следующую свою покупку я совершила в интернет-магазине «Бабушкино ремесло». Это новый для меня интернет-магазин. Раньше я им не пользовалась, я его давно уже заприметила. Почему я выбрала именно его? Потому что в нем сошлись все мои хочушки, которые я уже давно хотела заказать, но вот как-то не получалось, и по очень неплохим ценам. Цены действительно очень неплохие, они чуть-чуть ниже, чем в других местах, это первое. Второе, как я уже сказала, просто были в наличии те наборы, которые я хотела приобрести, причем все были в наличии. И, конечно, там была удачная доставка. Я люблю заказывать доставку фирмы СДЭК или еще либо какой, чтобы забрать самой в пункте самовывоза. И давайте же я покажу, что это были за наборчики. Первый наборчик, который я очень давно хотела заказать, ну, во-первых, меня тоже обдушило, то его не было в наличии, то еще что-то, в общем, как-то не сходилось. Это вот такой вот наборчик от фирмы Милхил. Вы знаете, может быть, кто меня давно смотрит, я очень люблю снежные шары, и это вот такой, видите, снежный шар. Смотрите, какая здесь красота внутри, какие красивые нитки. Вот этот шармик или пришивной элемент меня очень позабавил. Это домик керамический. И видите, как он разрисован. Такое впечатление, что просто наляпали на него каких-то красок. Честное слово, конечно, я здесь немножечко расстроилась, что он такой страшненький и непонятненький. Но, может быть, в этом есть какая-то своя прелесть, но могли бы и поаккуратнее. Как вы видите, тут три пакетика с бисером. Очень красив, давно я его хотела. Я еще не хочу несколько работ этой фирмы приобрести, но, в общем, потом, как-нибудь уже потом, потому что все-таки они, если в России их покупать, они не очень дешевые. Но в этом магазине была скидка на наборы Милхил, и по очень и очень неплохой цене я приобрела этот набор. Так что вот, это первый наборчик, моя давнишняя хочушка. Так, следующий набор, это набор от NeoCraft, называется «Краски осени». Тоже давно-давно я хотела купить наборы этой серии. Заприметила их, по-моему, еще на прошлой выставке «Формула рукоделия» осенью или весной, но не столь важно. Но дело в том, что почему-то этих наборчиков как-то не наблюдается в наличии в наших интернет-магазинах. И вот только в этом интернет-магазине я его нашла, вернее, не его, а их. И тоже по очень хорошей цене я их приобрела. Набор NeoCraft, размер 14 на 19 сантиметров. Тут в основном, видите, идет полукрест. И в пару к нему я приобрела еще вот такой вот наборчик. Тоже из этой серии зимнее отражение. Вернее, не то, что из этой серии, потому что есть еще осеннее отражение. А это немножечко, видите, краски осени. Но это из одной коллекции цветотерапии, по-моему, называется. Ну, действительно, вот этот наборчик совсем, видите, тут практически везде полукрест. Так что должен отшиться очень быстро. Очень нравится мне такой стиль, примитивизм. То, что я люблю, и такие краски яркие, очень красивые два набора. Я прям счастлива, что я их приобрела. Пока не стала приобретать еще один, вот решил пока ограничиться этими двумя. И последний наборчик, который я приобрела, это вот такая красота от фирмы Марья Искусница. Если вы помните, если вы смотрели мое видео
с формул рукоделия. Очень мне понравилась там щука. Вот из этой же серии, да, удачной рыбалки. Я, честно говоря, не видела, потому что я была в первый день на формуле рукоделия, видела только щуку. А потом они вывесили и этого, наверное, окуня. Окунь, наверное, это я, честно говоря, не разбираюсь в рыбе. И вот этот окунь, да, будем его так называть, мне понравился больше щуки своей яркостью. То есть щука, она как-то более такая спокойная, приблюдённая, а вот этот окунёк, он работает такая поярче. Ну, размер у них один и тот же, 45 на 30 сантиметров. Я вообще планировала шить подушку из этого набора. Еще не знаю, то ли буду дарить своему брату, то ли оставлю своим мужчинам. Они у меня тоже рыбаки. Ну, в общем, посмотрим. И вы знаете, еще в щуке довольно много вот этого фона заднего. Там даже если посмотреть, вот я смотрела обзоры девочки, там очень много вот этого ниток бежевого цвета. Мне кажется, здесь их поменьше. Здесь вот все-таки побольше яркости и побольше, поинтереснее. Давайте посмотрим, что тут сзади. В состав у нас входит линда. И вот посмотрите, такая красота, такие чудесные нитки. Ну, тоже довольно много вот этих вот коричневых ниток. Наборчик, видите, новый тоже с такой ручкой. Почему-то все приходят в восторг от этой упаковки. Но я, честно говоря, к упаковке всегда очень спокойно отношусь. Так что вот, еще одно мое такое приобретение. Вот Цвайгер 27-го каунта линда, ниточки финка, игла химлайн. Ну, я уже вышивала наборы от Марии Искусницы, так что мне комплектация их очень нравится. Так что вот, мои дорогие, посмотрите, у меня прибавилось 5 наборов. Давненько я их не покупала. Я очень довольна. Все, что я купила, буду, конечно же, вышивать. Это ни в какие коллекции не пойдет. Ну, конечно же, вот этот наборчик я, конечно, наверное, буду вышивать уже ближе к Новому году. Но все остальные, вот это, наверное, буду вышивать летом. И птичку, конечно же, тоже буду вышивать. А почему, кстати говоря, вы знаете, вот почему я приобрела вот эти наборы именно сейчас? Во-первых, потому что их сложно найти. Во-вторых, что-то мне такое впечатление, что фирма NeoCraft, поправьте меня, если я ошибаюсь, но она перестала выпускать. Нет, вообще нет, обманываю. Есть у нее новинки, но, опять же, напрягло меня то, что вот этих наборов очень сложно найти. Вдруг их там снимут как-то или что, пускай лежат. Я очень и очень хотела эти наборы вышивать зимой, вот когда у меня был такой кризис жанра. Я ничего не хотела, а вот на эти наборы я смотрела и не могла их найти. Может быть, я, конечно, не как следует искала, но вот сложно было достать эти наборчики. Все-таки решила купить, потому что вот для всяких творческих кризисов, мне кажется, вот эти наборчики очень хороши. Они не очень большие, они легко вышиваются. Вот видите, ниточек здесь немного, не так много. Вот, кстати говоря, посмотрите, какая палетка чудесная. Кстати говоря, здесь тоже равномерка, наверное, линда. Что у нас тут? Посмотрим. Финка, канва Цвайгер, игла, схема, инструкция. Но убейте меня, это не канва, это линда. Вот, так что вот такой вот наборчик, да, я забыла вам перевернуть и показать, и вот такой, да, вот, посмотрите, какая красота, и тоже не канва, тоже линда, но другого цвета, немножко это белое, а это, ну, у вас, нет, вообще нет, один и тот же цвет, так что вот, размер у них один и тот же. Про что я говорила? Про то, что их хорошо вышивать в творческие кризисы, потому что они яркие, они поднимают настроение, вышиваются просто. Не какой-то замудренный тут сюжет. Вот то, что надо, то, что я люблю. Все, на этом точно я заканчиваю. Была рада поделиться с вами своими покупочками. Они у меня случаются не очень часто, но когда они случаются, я всегда рада ими поделиться. На этом я заканчиваю. Была очень рада, что вы зашли ко мне в гости. До свидания. Увидимся в следующем видео.